На презентацию книги победительницы районного конкурса «Леди бизнес-2019» Юлии Пчелинцевой собрались мамы, заинтересованные легким обучением своих детей чтению. Идея создания книги «Словолодочки» пришла нашей героине после того, как она, уже будучи педагогом, столкнулась с проблемой обучения маленького ребенка чтению. Юлия Пчелинцева прочитала много статей, посмотрела разные видеоуроки, изучила все существующие методики, разобралась в самых частых совершаемых ошибках родителей при обучении, взвесила все «за» и «против» и в итоге решила создать свой авторский курс чтения. Так и появилась ее книга. Теперь незаменимый помощник всех мам. Слово «лодочки», но это, скорее всего, связано с теми лодочками, которые у нас здесь присутствуют, потому что все необычное и все сказочное нам нужно для того, чтобы научиться читать. Вот они лодочки, вот они капельки. И насколько детям это интересно, настолько же им становится и понятно. С помощью волшебных словолодочек дети изучают буквы, звуки, складывают их в слоги и отрабатывают навыки чтения. В этой книге мало скучной теории, а много интересной практики и красочных картинок. Юлия Пчелинцева наглядно показала, как пользоваться ее личной методикой и как процесс обучения превратить в самое любимое занятие для каждого ребенка. Смотрите, пожалуйста, он знает, что такое капельки, он знает, что такое лодочки. То есть получается у нас большая капелька гласная «у». О, и коротенькая. В 2017 году Юлия Пчелинцева создала свой детский центр «Пчеляндрия», в котором она обучает мальчишек и девчонок чтению и развивает у них память. А для мам и педагогов со всего мира на онлайн-уроках школы «Мама Знайка» писательница рассказывает много полезных вещей и дает необходимые советы. Все без исключения, кому когда-либо удалось позаниматься с автором книги «Словолодочки», остались довольны результатом. Новая методика образования «Словолодочки» вовлекла сына 100%. Это было занятно, интересно. Он на занятии бежит с таким огромным удовольствием. Ему это интересно, ему это нравится. Полина Мельникова услышала об интересной методике Юлии Пчелинцевой впервые и пришла на встречу с писательницей ради своей подрастающей дочки, у которой появился большой интерес к чтению. Я надеюсь, что по авторской методике Юлии Пчелинцевой у нас дело пойдет в гору. Ребенка она заинтересует, покажется интересной, потому что все-таки она создана специально для маленьких детей. Она вся очень яркая, красочная, сказочная. Я надеюсь, что мы научимся читать, и чтение будет приносить удовольствие. В завершении мероприятия слушатели задали писательнице интересующие их вопросы, а на память о встрече Юлия Пчелинцева подарила всем свою авторскую книгу с персональным автографом. Моей вдохновляющей музе «Феечки» от автора с наилучшими пожеланиями легкого чтения в удовольствие от Юлии Александровны. Писательница не останавливается на достигнутом. Уже совсем скоро она представит Ленинский район на подмосковном конкурсе «Леди бизнес-2019». Анастасия Воронина, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».